Вот насчет Государственной Думы. Вы знаете, очень часто приходится читать, что вот, ну, что делают там артисты, спортсмены в Думе. К вам, к сожалению, здесь не придраться, потому что говорят, что там должны быть юристы, а мы начали как раз первую часть того, что вы юрист. Но тем не менее, что юрист и тренер, и легендарный футболист Газаев делает в Государственной Думе? Ну, вы знаете, в Государственной Думе работают люди. Я вам скажу, что это обманчивое впечатление. Я имею в виду те, кто говорят, или еще вообще все, что говорят, и все, что мы слышим, это лишь мнение, понимаете, но не факты. Вот, поэтому там работают люди, которые специалисты. Специалисты в профильных направлениях. Значит, по экономике, по, значит, спорту, по, значит, здравоохранению и так далее. Бюджетной политики. Вот. Поэтому, что касается, так сказать, нашего комитета, комитета по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике, конечно, мы ведем, значит, практически вот эту работу во всех направлениях. К примеру, так сказать, очень много внимания уделяем, значит, сегодня молодежи. Очень много встречаемся. У нас трехкратный олимпийский, два трехкратных олимпийских чемпиона. Один двукратный олимпийский чемпион, а три трехкратных. Огласите, пожалуйста, весь список. Вы, значит, так называете, вы давайте пофамильно. Фетисов, Таймазов, Сайтиев, Рима, паралимпийский, 14-кратная чемпионка, олимпийская чемпионка. То есть очень авторитетные люди, которые, так сказать, безусловно ездят, очень много встречаются с молодежью, очень много, так сказать, на все турниры. И плюс на комитете всегда присутствуют представители Министерства спорта, очень тесно связь с Министерством спорта, потому что любой законопроект обязательно надо согласовать с Комитетом по физической культуре и спорту. Поэтому здесь очень большая работа. Более того, могу вам сказать, что в самый разгар допингового скандала делегация, и которая была делегация комитета по спорту, выезжала в Бонн, встречалась с президентом Паралимпийского комитета, обсуждали, значит, темы, которые, так сказать, безусловно, тогда были актуальны. Я имею в виду темы актуальные, значит, допинга, когда был самый такой жесткий допинговый скандал. И, конечно, в этом отношении и диалог, значит, и все эти вопросы. И, безусловно, это, конечно, все двигало к улучшению, к решению вопросов и всего остального.